Травы много. Тихо. Аккуратненько. Еще и за траву цепляет. Зацепился. Приветствую вас, уважаемые друзья. Сегодня с Саней приехали порыбачить. И хочу в этом видео рассказать вам про свой спиннинг, про Zemex Buriza. Спиннингом я очень доволен. Уже где-то провел 8 рыбалок с ним. И только положительные впечатления. Чем мне понравился спиннинг? Что он без проблем твичит воблеры. До 120-го пока что я твичил. И с этой задачей он справляется на ура, даже на реке Западная Двина при довольно сильном течении. Джиг — это вообще у него приоритет. Но опять же, после того, как поставил хороший шнур, шнур поставил Юзури единичку, он сразу раскрыл свой заброс, сразу раскрыл свою чувствительность. И очень хорошая чуйка у спиннинга. И также очень понравилось, как он вяжет рыбу. Рыбу вяжет без проблем, засекает очень хорошо. Ну, спиннингом я остался доволен. А вам, если интересно, то сейчас покидаем воблеры, покидаю мандулы, покидаю вертушечки. Конечно, спиннинг универсалом не назовешь, но если он у вас один на рыбалке, то в принципе он справляется и с воблерами, и с джигом. Можно джиговать и мандулы, можно джиговать и силикон. И также при желании можно даже забросить вертушечки, космастеры, пилькеры. Кто видел до этого видео, я споймал жереха на 300 кило, забрасывал космастеры. Космастеры кидает очень далеко, метров на 80. Поэтому спиннингом я очень остаюсь доволен. Вот сейчас покажу, Санька ловит. Санька ловит на Zemex Z10. Z10 Сане тоже очень понравился. Но Z10 мы потом потестируем с вами. В этом видео покажу больше Zemex Buriza. Ну, как тебе, Санька, Z10? Расскажи. Знаешь, я удивлен. В общем-то, за эти деньги впечатления только положительные. Почему? Потому что, ну, за такие деньги ты получаешь такого яркого универсала. Угу. Вот, ну, Саня, ну, то есть ловит на вертушечки. Сейчас их пора попробую. Вот, в принципе, эта весна такая тяжелая, довольно трудовая. Сколько-то рыбы поймано, ну хотелось бы лучше. Перед этим жалко, что друга моего не было. У меня был досадный исход сомика. Вот. То ли я его забагрил, то ли он хвостом подбил, взялся за хвостик. Сом был в районе 10-15 килограмм. Это позавчера было. Это было позавчера. Mm-hmm. Ну ничего, в принципе, у нас запрет. Пусть живет, растет. Ну да, просто что интересно было бы снять само вываживание. Как есть, так есть, ничего страшного. Вот. Попробуем сегодня, что у нас будет. Может, что-нибудь и словим, но больше потестирую сегодня спиннинг, да. В любом случае, погода хорошая, рыбачит по кайфу, цепленько, 25 градусов. Да, вода очень сильно упала, даже не узнать эти места. Рыбка гуляет, поэтому, может быть, что-то и споймаем. Попробуем? Да, начинаем. Как видите, друзья, в руках у меня Zemex Buriza. И попробую твичить им воблерки. Начну с Риджа 90 СП от фирмы Беркинг. Палка длиной 2,65. Тест 8,35. И 90-й воблер на довольно сильном течении твичит без проблем. Даже сейчас отпущу по течению. И смотрите, как продергивает без проблем. На озере даже и не почувствует он 90-го. Правда, заброс немного не такой, как хотелось бы. Шнур единичка, юзури. Ну, в принципе, так вот бросает. Воблер легенький. Ну, метров 30 бросил. Даже длинная палка отвечит без проблем. Сейчас попробую соточку. Хотя соточку я уже твичил, показывал в видео. Даже споймал маленькую щучку.
Но все равно сейчас пройдемся. Сотка, 110, 115. Посмотрим, как твичит. Коробку с сотыми воблерами забыл дома. Но взял 110 и 115. И вот решил сразу взять моду кустом от фирмы Беркинг. Довольно упористый воблер. Такая вот лопаточка. И попробуем протвичить его на двине. Данный воблер хорошо себя показал. Неплохо собирал щуку. Сейчас попробуем. Смотрите, упористый воблер. А буриза протвичивает его вообще без проблем. Все нормально. Хорошо протвичивается. Упористый. Иногда вот касается бровки. Вода падает. Попробую еще подбери воблера. Ну, пробуем твичить. Еще раз забрасываем. И посмотрим. Даже на таком сильном течении река Западная Двина буриза справляется с модукустом без проблем. Уже не говорю про джиг данной палкой. Палка вообще предназначена для джига. Очень хорошо джиговать. Пошел какой-то пух, забивает плетенку. Приходится периодически чистить. Попробую протвичить дуо Реалис от фирмы Беркинг 120. Посмотрим, как буриза справится со 120. Вот летит пух, забивает всю плетенку. И из-за этого получается не сильно дальний заброс. Ладно, нам сейчас заброс не важен. Просто смотрим, как буриза справляется со 120. Также справляется без проблем. Если он протягивает на реке, то на озере даже не почувствует его. Как видите, дергает нормально. Хорошая палочка. И поджиговать, и воблеры подергать, если вдруг такая необходимость есть. Хорошо справляется. Вот, друзья, приехали в город. Сейчас идем по берегу, и вот такая жуткая находка. Смотрите, дохлый угорь лежит. Мало того, что и так их очень мало осталось. Вот почему он дохлый, в черте города лежит. Вроде не рубленый ничем, да? Ну да. Вроде не битый, ничего, и дохлый. Да, очень неприятно. Это такая рыба. Тем более он, наверное, краснокнижник, да, у нас? Краснокнижная и лежит дохлая. Реально жуткая находка, так неприятно. Очень жалко. Очень жалко, что такая рыба. И причем не маленький угорь. Наверное, грамм 800 будет. Хороший такой, да, поближе. Ну, конечно, неприятно. Воняет уже. А мы продолжаем ловить. Вот, друзья. Одна единственная поклевка. О, какой крупничок. Трофейчик. А теперь, друзья, попробую покидать вертушечку. Вертушечка мелкая. Четвертый номер. Моска. Ну, мэп четвертый номер был бы вот такой вот. А это как второй номер у мэпса примерно. Сейчас посмотрим. Вот ZMX буриза. Довольно неплохо справляется с забросом.
Вертушка сразу заводится, видно по кончику. И начинаем подтягивать. Конечно, универсалом буризу не назовешь, но в принципе, мне спиннинг очень понравился. Работает как и с воблерами, с джигом без проблем. Также вот без проблем кидает и космастеры, и пилькеры довольно далеко. То есть реально такая рабочая лошадка. За свою цену очень хороший спиннинг. И также понравился мне очень шнур Юзури. Вставочку сделаю в видео, посмотрите. Шнур хороший. Уже, наверное, 8-9 рыбалок. Воду не пьет. Особо не секется. По толщине как был, так и остался. И что мне понравилось, что он не выцветает. Немножечко только вот побелел. Но как был серебряный, так и остался. Поэтому можно пользоваться. Заброс довольно хороший. Поэтому и спиннинг, и шнур мне очень понравились. Катушечка Shimano Nexo. Тоже довольно бюджетная, неплохая катушка. Рыбку ловит, рыбку хорошо вяжет, подсекает. Ну, реально хорошая палка, мне понравилась. Так что можете, друзья, приобретать. Это не реклама. Я покупал сам. Саня покупал за 10-й. Тоже очень доволен. Очень понравился ему спиннинг. Поэтому ZMX довольно хорошая фирма. Ай. Ха. Окунярик. Окушок. Твоему коту подарок. Подарок, молодец. Так он весь... Весь в пятнышках черных. Хорошо, вот такая поклевочка под берегом в травке. Ну а теперь на закате дня покидаю Кусмастер. И посмотрите, как он летит. Кусмастер 18 грамм. И пошел. Очень хороший заброс. На заходе дня есть шанс поймать жереха, но сегодня выходов не было. Не гулял, не прыгал. В принципе, хотелось, конечно, поймать рыбки, но больше хотел показать вам сам спиннинг. Сделаю, друзья, также вставочку в это видео, как я данным спиннингом ZMX Buriza вытаскивал жереха. Смотрите. Поклевка, друзья. А, хороший. Хорошо сопротивляется. О. Опа. Сейчас Саня подойдет, поможет. Не спешу. Это жерик. Скользко очень. Это жерик. Тихо. Опа! Поздравляю! А! Есть! Да, почти угадал. Кило 250. О, поклевочка, друзья. Травы много. Тихо. Аккуратненько. Еще и за траву цепляет. Зацепился. Тихо. На бланке. О, шелеспет, друзья. А, блин, скользко. Вот хороший жерешок. Ну давай пятюню. Пятюню. Я только сказал в видео, что вставлю вставочку, как споймал на буризу. И тут на тебе. На, Санька, взвесь.
Давай. Сейчас взвесим. Пойдем вымотаю блесну, просто мне места сейчас зацепится за камень. Давай, сейчас взвесим, друзья. Вот под завершение рыбалочки, друзья. Ну, увидели и вставочку вы, жереха, и как я споймал этого. Сейчас посмотрим, сколько завесит этот жерех. Близнец. Саня, я так не вижу. Кило 300. Кило 310. Да, ну, кило 305. А тот был кило 270, да, где-то что-то да. такое. Но... Брат-близнец. Прикольно. Поздравляем, 2-2. Спасибо, спасибо, Санька. Жерехам 2-2. Буриза показал себя в работе уже, а? Да. Хорошо справляется, видишь, друзья. Все-таки не зря сходили. Не зря, вот по такой травке. И хорошо выдернул. Конечно, если был побольше, не знаю, как себя повел Буриза, но я думаю, справился бы он и с большим жерехом. Главное, что ты поднялся настроение. Да, 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 да. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Ни хвоста, ни чешуи на рыбалке. До новых встреч, друзья.